же спрятался. Здесь ничего нет. Одни коробки. Почти все коробки квадратные. Это настораживает. И здесь ничего интересного нет. Да где ты? Не спастись, собьет до потери сознания, да еще и леченек нет, да еще и он запер меня здесь, как же теперь выйти? Большинка поделал. Что происходит? Наверное, опять как воняет с видом. Сейчас они там все разрушат. Кто такой? ЗМД, друг вида. Друг вида? Выдержись. Жестокий парень. Кабинет несозданного канала. Третий этаж, кабинет, это же где-то здесь. Вот, съешь. Спасибо. Тебя тоже как-то покалечил? Да. Демон, а не квадрат. Зато его все-таки прикончил. Ясно. Скоро не кончится. Пошел я искать остальных. Хе-хе-хе-хе. Я подсунул квадрату большие ключи. И он купился. Кыль, не берегись, кыль. Ну что еще за мячики? Вид? Ну все вид. Вот, это не простой мячик. Значит, я закрыта? Так ведь? В смысле? Твое сообщение. Ты написал, что я закрыта. Все, я больше не твоя передача. Да нет, стой, это не мое. Ну вот. Вернее, как квадрат все испортил. Интересно, откуда взялись клоны красного квадрата? ТВ-3? Это первый канал. Произошло мистическое событие. Ты же ведь в мистике разбираешься? Ты не знаешь, откуда взялись клоны красного квадрата? А, квадрат. Да он приходил. Вида какого-то хотел прикончить. И просил меня построить клон машину. А, вот как. Понятно. Он с ним всегда враждовал. Вид — производитель передач для меня в 90-х. Квадрат сразу показался мне каким-то странным. Спасибо за информацию. ТВ-3, я АТВ, друг первого канала, и он тебя вызывает. Куда? К себе в кабинет? Нет, я не пойду в телецентр, там и так народу полно. Дело очень важное, помнишь, как... Ой, опять этот квадрат. Зачем я только с ним связался? Ладно, только проводи меня. Иначе я просто забужусь в этом телелабиринте. Пошли. Ну что у вас тут за беспорядок? Что за треугольники валяются? Это от красного квадрата. Это что, моих клонов перебили? Я зря их делал? Спокойно, спокойно. Сейчас ты все узнаешь.
Квадрат? В чем дело? Ну давай, Красный Квадрат, расскажи всем, что ты делал. Что я делал? Я хотел взять убитые передачи, потому что у моих рейтинг низкий. Я позвонил первому каналу. Кстати, это ты, Вид? А это я. Ты вовсе не такой, каким тебе Квадрат нарисовал. Смотри. Это я? Вирусом его сайт поиска людей. Отправил смс передачи Нипуш с номера Вида, что она закрыта. Вид, так это не ты написал? Извини, что обвинил тебя. Ты можешь дальше меня показывать. Да ладно, чего уж там. Потом этот китаец, блин, открыл русскую рулетку вместе со своим дружком. Я пошел к ТВ-3 и нарисовал ему Вида. Такой ты на самом деле и есть. И он построил мне клон-машину. Квадрат, зря я это сделал. А нарисовал он вот что. На моих клонов как-то умудрились перебить. Вид, ты еще поплатишься за это. Значит, делаем так. Все передачи КК, Вид, АТВ и ЗМТ разбирать для своих каналов. Я уверен, что вы сделаете их лучше. А с самим КК мы поступим так. Отстраним его от телевидения на неопределенный срок. Красный Квадрат, опять ты разбомбил мне мой телепорт.